Так. Поехали. Я напоминаю вам, что у Побратского как бы в резерве еще есть Люкан и Рейден. Поэтому, если что, контрпикнуть он сможет. Угу. О, хорошо сконфермил, но последний удар и просто дайв-кик в блок запанишил по-братски. Запанишил по-братски. Угу. Так. О, хорошо. Так, камбуленка. Угол. Угол. Отличный угол. Хорошо. 35% 6. За метр-то. Цетрион мразь, 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 а Дженикус классный. Спасибо, что с Дженикус классный, с Дженикус классный, но, блин, так не вовремя этот донат прилетел, извиняюсь, конечно. Но спасибо за донат. Так, хорошо. Угу. Апперкот. Так, найс. Отличный дамачок сейчас будет от Побратского. Хороший дамаг. Ну, Псайбот, хороший дамаг. А где дайв-кик? Дайв-кик не сконфермил пуха, но тем не менее. Отличный крашен блоу и дамаж выжимает. Ух. Просто жесть. И еще и фатал блоу вливает. Все вливает. Все вливает на макс дамаж. Look at the damage. 49%. Fatal Blow. Хорошо. И перебивает Fatal Blow противника. Это шанс для Пухи. Шанс камбэкнуться сейчас. Так. Вифпаниш? Есть вифпаниш. О, прекрасно. Прекрасно. Пуха прям увидел, что вифает. Ну, по-братски, конечно, здесь поступило очень странно. В том плане, что он просто начал вифать. Жесть. Так. И не остановился, что интересно. Угу, шляпа не защитила. 2 метра потрачены впустую у Кунлао. Так. Как он сквозь облачко это пролетел? Что за бред был? Угу. Так, метр вливает по-братски. Хорошо. По-братски влей метр. Окей. Почти завифпанишу сейчас пуха. Но тем не менее не вышло. А дайвки где? Нет дайвкика. Уже один раз дайв-кик в блок, видите, сделал пуху, второй раз боится так просто пихать его. Хорошо. Ё-моё, напирает по-братски, вообще жесть. Не боится абсолютно, рашдаунит только так. Ну, время пришло для Пухи рашдаунить. Потому что это ж Кун Лао, мать его. И смысл-то именно в этом. Хорошо, найс. И великолепный камбэк. Нет, нет, это не камбэк. О, боже мой. И... ошибка. Одна ошибка Пухи сейчас стоила ему боя. Одна ошибка. Он просто допустил один дроп. Вот чуть-чуть высоту не подгадал последнего удара, и все. И все. Просто жесть. Просто жесть. О, боже мой. Ну что ж, 1-0 в пользу Побратского. One mistakes. And you are die. And you are dead. Mm-hmm. Ну что ж, по-братски. Пока что 1-0 в пользу него, но Пуха едва-едва не сделал камбэк. Там буквально просто пиксель оставил противнику. Поехали, второй бой. Так. Угу, хорошо, хорошо. А где, блин, надо было спин сжигать. Так. О, как в контер залетает от Пухи. Даже как странно, что по-братски так пассивен сейчас был, по крайней мере. Телепорт в блок, наказывать, конечно, конечно, Пуха наказывает телепорт. Отличный дамачок. Так. Угу, хорошо. На дайв-кик, видите, R2R сбивает Пуха, дайв-кик, но не стал жечь метр.
Уж не знаю, наверное, даже не надеялся, что попадет. О, да ладно, телепорт практически на ровном месте. Ёлы-палы, как пропускает. Хорошо, еще конферт, телепорт. И от счастья дропнул сейчас по-братски. Угу. Так, D1, бросок. Уже такая классическая тактика, знаете, в МК-11. Хорошо, найс. Неужели там можно зацепить еще ко всему прочему? Уверенно забирает раунд. О, нет, еще не забирает раунд пока что по-братски. Так, да ладно. И ты с пикселя будешь камбэкаться? Да ты шутишь. Нет, конечно. Слишком тяжело, слишком большой лайфлит был у по-братского, поэтому с пикселя не смог затащить пуха. Так. Угу. Углу жмет. Жмет пока что пуха. Понемногу, но жмет. Так. Ух, надо было антиэйр. Ну ладно. Спин как антиэйр у Кунлао здесь, в этой игре, кстати говоря, хреновый. Лучше антиэйрить каким-нибудь джебом. Это гораздо эффективнее, если честно. Что вообще абсурдно, если... Так, ух, как саперкотил пока что пуха. И найс, дайв-кик. И отлично. Дайв-кик, конферм через метр. И это 1-1. Призовые 13 тысяч... 13, по-моему... да, 13 тысяч рублей призовые. На топ-8. На топ-8. Так. Кунг Лао, Нюб Сайбот. 1-1. Обратите внимание, несмотря на то, что часто у по-братского лайфлит стоит, ну, то есть у него лайфлит быстро зарабатывается, пуха это вообще, ну, абсолютно не смущает. То есть он не теряется, когда лайфлит у его противника. Он абсолютно не теряется и использует свои шансы. Это ему очень даже помогает. Но пока что что-то какой-то спам от по-братского, и главное, проходит ведь, а? Угу, хорошо. Прессинг. Рашдаун от пухи. Отлично. Вифпаниш. Есть вифпаниш. Ой, прекрасный вифпаниш. Еще крашен блоу. Ой, конферм чуть-чуть запорол. Эх. Жаль. Так. Выбирается из угла при помощи дайв-кика пуха. Ууу, вот это да. Телепорт как антиэр сработал сейчас. Жесть. Угу. Паниш. И что, это весь паниш, что ли? Да, по-братски не ожидал дайв-кика в блок, поэтому, видите, паниш такой себе получился. Так. Опасная ситуация. Хорошо перебивает пуха сейчас этот фатал блоу и забирает раунд. Такой стрессоустойчивый человек. Угу, хорошо. Шляпа помогла сконфермить, но он все равно дальше не сумел. Так. Угу, трейд заходит. Хорошо. Апперкот, это жесть. Выбирается из угла по-братски и опять заходит в угол, ко всему прочему. И дайв-кик. Угу, метр криво влился, потому что не такая высота была. И забирает этот раунд, этот бой. Да, смотрите, ситуация поворачивается, и это 2-1 в пользу пухи. Кажется, матч-реванш намечается все-таки. Так. Смотрите, уже по-братски не может справиться с этим рашдауном, ничего противопоставить рашдауну. Ну что, пора брать монаха? Нет? Нет. Все-таки Нубсайбот до конца не хочет контрпикать по-братски. Говорит, нет. В прошлый раз контрпик мне дорогого стоил, сейчас никаких контрпиков. Так, ух, как начинает сейчас резко по-братски. Угу.
передергивает. Тарин, ну что поделаешь? У человека такой никнейм, что я могу сделать? Вифпаниш от пуха. Нет, опоздал он чуть-чуть с вифпанишем. Так, амплифай. И, ой, по-братски дропает комбо. Уже, знаете, на ровном месте как будто бы. То, что он не дропал раньше, дропает сейчас. И это совсем не камильфо. Угу. О, хорошо. Найс, конфирм, что-то зафризило. Так, гетап троечкой и отлично, убивай. Должен убить, должно хватить, да. Этого ровненько хватило под корочку прямо, и никакой гетовый бы здесь не спас. Так. И хороший паниш, слушайте, хорошо продвигает вот это вот эти ручки у Нуба Сайбота. Так. Все покают. D3, D4. Ой. Хороший антиэйр от пухи. Ой, найс, антиэйр. Хард нокдаун. Поехали. Так. Нуб Сайбот. Не стал рисковать сейчас пуху делать дэвкик. Угу. Вифа. Нет. Ну, посмотрите, по-братски как-то... Начал немножко теряться под напором этого Кун Лао. Но бросок, тем не менее, назад. Хорошо. Так, Фуцис. Туда-сюда. Оп. Просто же вы видели, как криво все вошло. Ударил с одной стороны, дайвкик с другой стороны, а амплифай дайвкика с первой стороны. Просто жесть. Он два раза сторону поменял во время одного приема. Что за чушь была? Аномалии какие-то. Ну ладно. Тем не менее. Ух, хорошо. Это матчпоинт уже для Пухи. И он намерен взять этот бой здесь и сейчас. Прямо здесь. Так. Миксапит. Лоу. Да, еще один лоу проходит. Как-то по-братски пропускает два раза лоу подряд. Найс, апперкот. Но нет. Паниш. Просто жесть, ребят, по-братски. Все, уже совершенно расклеился человек. Спин в блок. Он не панишит. Ну что ж, 3-1. 3-1. И Пуха выигрывает этот бой. И выходит в финал лузеров на Сакрона.